После неудачного старта нам нужно было подбежать, так сказать, любой ценой. Мы ее добились, в этом хочу поблагодарить футболистов, болельщиков. Да. За эту игру. Понятно, что не все было так, как мы хотели, но, опять же, повторюсь, нужно было так победить. При счете 4-0 вы сделали уже свои замены. Здесь соперник почти сумел отыграть. Соперник отыграл в Бродовар, опять же, для наших будущих. Сегодня стало известно подписание Олега Гуменюка, он сегодня сыграл. Как его оцениваете? Он все-таки уже тоже опытный возрастной игрок. Почему именно им решили усилиться? Ну, он может играть и крайнего защитника, и полузащитника, но туда еще он сегодня вышел хорошо, практически не ошибался. Может быть, ошибся в двух передачах, когда он их хотел дать один в один. Так, по самоотдаче, по мысли, ну, просто. После матча с Аполлоном, как бы вы не сильно поменяли состав. Единственная замена была Хабенья Новикова вместо Трифонова. Да, некоторые игроки играли меньше, вот, и я боялся, что они будут игры, и не будут там все игры. Уже играли этими игроками, которые больше играли. Но дальше у нас будет какое-то время остановиться. Что слышно по поводу Александра Ники, когда ждем пути его возвращения? Не могу сказать. Недели две, но он, в принципе, тренируется в общей группе, но играть он еще.